Магомедов боец УСУ. Это мой спарринг-партнер и мой напарник сегодняшнего дня. Ислам Махачев, боец под надежды. Мы сейчас будем разбирать технику болевых приемов партии. Вот бывает, мы перешли в боковое удержание и боковой контроль и взяли на кимуру, да, руку. И главное надо отсюда сделать прием, чтобы соперник сдался, чтобы завершить поединок. Вот мы взяли, возьмем руку, захват. Вот он держит свой захват и не отпускает. Вам что надо сделать? Вам надо, если вы сможете, легко поставить ее на пол, закидывать левую ногу, берете эту руку, здесь очень важный момент, как вот эту руку вы упираете, а пол упираете, вот вы держите, и по упору двигаетесь туда, вот это ногой, левой ногой, то, что вы прикрыли его в голову, толкаете себя и двигаетесь сюда, вот, на измок. Очень много бойцов делают ошибку, стараются делать прием вот так. Соперник может вытерпеть, а когда если рука на полу, давите и идете по наизлом, уже соперник очень тяжело держать, и ему придется сдаваться. А левую ногу вы ставите для того, чтобы вас соперник не мастил и чтобы вас соперник не переводил. Правая нога у меня здесь упор, левая здесь, локоть здесь, это как треугольник получается у вас. И ломайте руку. Сейчас мы разберем. Из этого, когда вы садитесь на соперника, возьмите. Соперник, вот вы сели на него, на живот. Соперник прижимается, чтобы я его не бил, если он. Если он будет лежать, я его буду бить, мне и болевой не нужно делать. А соперник прижимается, чтобы я его не бил. Для этого что вы делаете? Вот локтем голову прижимаете и заносите в подмышки ноги. Ни в коем случае не ставите вот так, потому что соперник может мастить и вас перевести. Руки ставятся шире, чтобы вас не переводил. Ногами, коленями зажимаете в подмышки, вот этой левой рукой ставите ее сюда и разрываете захват, чтобы разорвался. Правая нога идет, собираете его локоть. Собираете его локоть, ставите уже правую ногу, вы уже здесь стали. Он может на вас пойти, иди на меня, и перевести меня. Для этого что надо делать? Правую руку ставите вот тут, уходите сюда и вытаскиваете левую. Подмышками держите его руку, где перчатка вот зажали. Закидывайте и ложитесь на болевой. Вот бывает такое положение, вот устали и забиваете своего соперника. Вот вы забиваете, убираете эту ногу, вот, коленом держите его руки. Старайтесь забивать его, и в этот момент открывается момент, чтобы на ногу перейти. Для этого вам надо сделать вначале, чтобы эту ногу, вот это колено поставить между ног. Между ног ставите, забиваете, он отвлекается. И в этот момент вы зажимаете и садитесь на болевой, на внутренний излом от леса. Вот эти ноги обязательно на треугольник, и эту ногу толкаете под него, чтобы он не переводился, чтобы он не перекрутился. Вот он не может перекрутиться. Я его держу и делаю болевой прием. Вот вы повалили соперника, вот вы стараетесь, становитесь на ноги и забиваете соперника, да? Закидывайте ее сюда, тем самым вы с самого начала готовитесь к болевому приему. Вот закинули на эту сторону ногу, вот забиваете его, отвлекаете его. Левая нога, вот сюда между ног, уже зажимаете и ложитесь на болевую цель. Для этого что надо сделать? Если у вас вот так ноги будут, он может перекрутиться. Надо закинуть на треугольник и зажать эту ногу, чтобы он никуда не крутился. Пока он будет перекидывать ногу, вы уже успеете ему сделать болевую или... Он может получить травму, если он не сдастся. Это очень опасный прием, это идет и на колено, и на голеностоп. Вот соперник вас повалил. Вам что надо делать? Надо вам прижиматься, или отталкиваться от или делать болевой. Один из трех. Сейчас покажу, как на руку. Вот, повалили эту ногу, ставим вот сюда, как бы отключаем руку вот этой ногой, его плечо. Этой рукой прижимаете его локоть, и правой рукой отталкиваете. И вытаскиваете колено. Колено вытащили, вот вы зажали его. Правая рука уже идет на его ногу. Для чего? Чтобы помочь переместиться вам на эту сторону. Вот вы переворачиваетесь, и в этот момент это ногой толкаете, а это уже вытаскиваете одновременно. Вот так. Толкнули, вытащили на руку. Обязательно надо работать ногами, прижимать его подмышки. Ногами надо зажимать.
Самое главное в бою, в пленах идет, это ваши бедра. Как вы будете работать бедрами, тазом, перемещаться и заходить, так и получится.